Покажите, где у вас лишнее? Начинаю отсюда, все лишнее. Лишнего очень много. Как вы поняли, что у вас есть лишнее место? Ну, начинаю с одежды, посмотрев в зеркало даже для себя. Вам кто-то говорил со стороны, что... Ну, конечно. Я, тем более, поправилась. Буквально год назад я весила на 25 килограмм меньше. Угу. Поэтому это очень заметно было. А как вот так за год набрали 25? Я занималась голодовкой. Угу. Вот. Поэтому никому ее не рекомендую. После этого начала очень сильно набирать вес. Угу. То есть голодовкой я сбросила там каких-то 5-10 килограмм. И после этого набрала 25. Угу. У вас есть муж? Да, муж, ребенок. Ссоры были хоть на этой почве? Ну, ссор не было, он меня всегда поддерживал. Но все равно взгляд-то другой уже, когда человек поправляется. Поэтому видно. У меня даже ребенок говорит, что мне нужно худеть, потому что мне неподвижно стало. Отдышка началась, тяжело дышать. Поэтому и ребенок, это даже 5-летний ребенок, это замечает.